Ребята, всем огромный привет! И это видео я снимаю из солнечного Израиля, для тех, кто не знает. Сейчас я в путешествии. И это уже мое второе видео для канала девчат, которые устраивают конкурс. И заданием второго этапа конкурса было снять видео на тему дружбы. И я решила затронуть тему, как потерять друга. Поехали! И начнем, пожалуй, с того, с чего начинаются любые отношения, будь то семья, парень и девушка или же друзья. Отношения строятся на доверии. Доверие – это основа, такой себе фундамент. Как же не потерять друга? Нужно быть ему опорой. Ведь когда тебе плохо, кому ты приходишь за помощью? Конечно же, к другу, чтобы он тебе оказал поддержку и стал опорой. Отсюда вытекает и третье правило – отдавай, чтобы получать. Не бойся, отдай другу свою душу, свои эмоции, свое сердце, и ты получишь все взамен. Не зря говорят, все вернется бумерангом. Как же еще не потерять друга? Все просто, нужно быть веселым и открытым. Ведь если ты будешь закрытым, друг не сможет тебя понять, и отношений не получится. А насчет веселости, если ты будешь скучной нудятиной, другу уже не будет с тобой интересно. Хотя какой он после этого друг? И самое главное, нужно быть собой, таким, какой ты есть. Нужные люди всегда будут с нами, а ненужные, они приготовлены судьбой для нас только лишь для опыта. А потом они уходят из нашей жизни навсегда. Я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому поддержите меня большими пальчиками вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Люблю вас, сияйте. Пока.